не хотел снимать, ребята, этот ролик, потому что рой словил злобливый, но он очень, как говорится, перспективный. Почему? Потому что смотрите, как он ловушку отстроил, точнее соты в ловушке, смотрите как. Заполнил медом. И сейчас я хочу посмотреть вместе с вами, что тут творится в ловушке. Пчелы много. Ловушка была тяжелая, тяжело снимал. Но пчела злобливая. Ну сейчас поглядим с вами. Вот. Пчелы много, конечно.